В Уральске железнодорожный вокзал возобновляет полную работу постепенно. С 15 мая начали действовать кассы по продаже билетов. Пока проездные документы реализуются на разрешенные маршруты. Билетные кассы работают с 8 утра до 20 часов вечера. Решением Государственной комиссии по чрезвычайному положению на сегодняшний день было одобрено 58 поездов. Это наш, то есть республиканского сообщения. И из них на сегодняшний день также будет сообщением 379-й, это Уральск-Алмата и Алмата-Уральск. При этом по-прежнему обязательно соблюдение всех санитарных норм. В здании вокзала установлены антисептики, сиденья расположены на расстоянии, вход строго в масках. Санитарные нормы должны соблюдаться и в вагонах. Руководство вокзала отмечает, что это делается для безопасности пассажиров. Все пассажиры должны тоже соблюдаться в масках, в перчатках. И особенно обслуживающий персонал, это работники, то есть железнодорожного, то есть проводники, они тоже полностью в маске. Первый поезд с сообщением Уральск-Алматы запустят 5 июня. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.